Друзья, всем привет! Все те, кто подписан на канал, уже с первых кадров поймут, что я нахожусь в Кашире возле нашего дома. Обычно вот на этом месте я ставлю свою пузатерочку BMW 5 серии. Но сегодня я сюда приехал на совсем другом автомобиле, имя которому BMW X6M Competition. Друзья, автомобиль, можно сказать, абсолютно новый. Откуда он у меня? Я сейчас все расскажу. Мне дали автомобиль на 3 дня. Как, что, прямо сейчас все расскажу. В первую очередь хочу сказать, что вот этот ролик, он легкий, простой. Специально для автолюбителей. Потому что я хочу поделиться с вами эмоциями. Вот эта тачка стоит 13 миллионов 200 тысяч рублей. По такой цене ее купили. Эту машину, чтобы купить, люди еще доплатили сверху, чтобы им ее купить. Потому что M-версии, они редкие, а очередь на них действительно большая. 13200 – это примерно как цена моей квартиры в Москве двухкомнатной. И вот я думал, блин, хочу покататься и поделиться вот именно эмоциями, что такое вот вообще вот мне, простому человеку, получить автомобиль такой, чувствуется разница. И я даже немножко запинаюсь, потому что действительно машина дарит бешеные эмоции, то, как она едет. Первое, с чего я расстроился, что сейчас на улице зима. Я думаю, ну как же я буду кататься? Здесь разгон практически там 3 с чем-то секунд до первой сотни. В общем, давайте я вам сейчас детально все расскажу, поделюсь, а вы напишите ваше мнение. Поэтому приятного просмотра. Я думаю, под обед, либо под чаепитие этот ролик неплохо залетит вместе с X6M Competition. Давай! Вот так вот. Вот это, да, эффектно. Вот видите, вот он рывками пытается нажимать, но все равно вот, ну, не идет он. Хотя, когда изначально он запускается, довольно-таки приятно басит. Подчеркиваю, вот сейчас он бас есть, можно нажать на кнопку, заслонка закроется, и он будет гораздо тише. Вот на момент записи этого фрагмента февраль. Будний день, смотрю за окно, весь двор в машинах. Делал об этом публикацию в Инстаграм. И многие отмечают, пандемия, и многих перевели на удаленную систему работы. И вот сейчас информация исключительно для предпринимателей, для собственников бизнеса или для всех тех, кто работает на должностях, которые отвечают за хорошую работу сотрудников. Вот послушайте. Есть коммуникационная платформа для бизнеса UUS. Я вам про нее неоднократно уже рассказывал. Вот сейчас просто простыми словами я объясню, для чего она нужна и почему вам стоит ей воспользоваться. По ссылочке в описании будут все подробности. Но UUS – это, по сути, платформа, которая дает вам возможность вести контроль за всеми вашими сотрудниками. В данный момент, например, вы находитесь дома, вы можете зайти в программу и увидеть, какой сотрудник с кем о чем разговаривал. Прослушать записи телефонных разговоров и понять, почему сделка не состоялась. Ваши сотрудники могут находиться по всей стране, по всему миру. Есть распределение. Когда человек звонит, кто вам нужен? Бухгалтер, менеджер, директор. Нажимаешь циферку 1, и звонок переносится на него. Есть различные номера, как красивые, региональные, федеральные. Мобильную связь можно оставить, не меняя вашего номера. Но будет идти полное распределение. Возможностей, ну просто огромное количество. Вот сейчас в двух словах про это не рассказать. Все подробности почитайте обязательно в описании по ссылочке. Стоит это все дело копейки. Друзья, я вам вывожу на экран прайсы. Посмотрите и поймите, что если у вас есть какое-то свое дело, и вы до сих пор еще не пользуетесь коммуникационной системой для бизнеса UUS, прямо сейчас вам стоит оставить заявочку, с вами свяжется менеджер и все вам грамотно в деталях расскажет, что это, как это будет работать с вами и почему это будет приносить вам денежки. Помните одно, что первый месяц они дают в подарок для того, чтобы ты потестировал. Но этой серии раз попользовался, и ты навсегда становишься их клиентом. Все подробности о коммуникационной системе UUS ждут тебя в описании. Делай свой бизнес успешным, востребованным и номером один. Значит, откуда вообще появилась у меня эта машина? Я всегда стараюсь с вами быть честен. Я никогда не боюсь получить денег за рекламу. Рассказываю. Сижу я как-то дома, работаю, ищу людям машины, торгуемся, оформляем сделочки. Поступает сообщение в WhatsApp. Дмитрий, добрый день. Это компания Want Fast Auto. Мы запускаем для себя новый проект. Я говорю, какой? Мы купили BMW X6M Competition для того, чтобы сдавать его в аренду посуточно. Я думаю, ну, что здесь нового? Полно таких проектов. Он говорит, для нас это первый бизнес, у нас есть другие направления, чем мы занимаемся. Мы вот любим машины, решили на этом попробовать позарабатывать. И хотим вам, как автоблогеру, предоставить автомобиль на одни сутки, покатайтесь. Я говорю, не-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 не, тормоза. Говорю, ребят, один день, но это не серьезно. Говорю, что я пойму, тем более сейчас зима.
Говорю, давайте хотя бы 3 дня. Договорились на 3 дня. Взамен от меня нужно было сделать сторис в Инстаграм, рассказать про машину, рассказать про них, ну, кратенько, что я, собственно, уже сделал. Значит, я, естественно, заинтересовался, почему. Ну, X6 мне в целом вообще автомобиль нравится. Плюс ко всему, у меня бывают такие моменты, что я работаю, потом день-два выходной, и я могу куда-то по своим делишкам попередвигаться. Думаю, сейчас зима, в любом случае полный привод, машина повыше, крутая музыка, ну, поездить, попеть было бы неплохо. С ними мы отработали, условно, вот таким бартером. Сколько стоит вот эта машина для того, чтобы взять ее в аренду, например, вам? Вот я вам просто, вот кто с регионов или там с небольших городов, вы сейчас охереете, вы скажете, Москва вообще зажралась, но сам факт того, что эти машины и такие услуги здесь востребованы, как показывает практика. Один день 45 тысяч рублей. 3 дня это примерно 120 тысяч рублей. В общем, все цены я вам сейчас вывожу на экран, это официальная цена, от них там 10% можете отнимать. Я спрашиваю, да кто их будет брать? Вот там прямо на месяц выходит 870 тысяч. Я говорю, на один месяц почти 1 000 000 рублей неужели берут? Он говорит, ну в целом мы анализировали рынок, да, такие услуги востребованы, машины берут. Кто хотят купить машину, вот такие машины, их, например, на тест-драйв дилер особо не дает. Почему? Вот эта машина изначально должна была быть под тест-драйвом, чтобы любой из нас мог прийти, вот М-версию хочу потестировать, и вам должны были дать ее покататься. Дилер так не делает, они это все обходят, люди приходят, там 2 дня берут, катаются и понимают, нужна им эта машина или не нужна. Немножко в любом случае пробежимся по техническим характеристикам, что скрывается под капотом этого автомобиля. В данный момент съемку ведет мой отец, и я, грубо говоря, расскажу ему, на чем он поимел возможность прокатиться. Под капотом здесь V-образная восьмерка, бензиновый мотор, который выдает 625 лошадиных сил и 750 крутящего момента. Это в стоке. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Разгон официально до первой сотни 3,8 секунд. Расход по городу, ну официально говоря, там 12 литров, в реале 20-25. Но стоит прям чуть-чуть прикоснуться к педали газа, и вот что удивляет. Набрать на нем там 80-100 км, вот, друзья, вы поймите, как вот вам привести такой пример? Это примерно как на любом другом автомобиле разогнаться там до 20-30 км в час. Ты, во-первых, это даже не ощущаешь, у тебя машина очень легко, она такая, знаешь, такая, и пошла. Вот серьезно, это словами не передать. Слева, справа, и вот у нас есть возможность, грубо говоря, прыжок сделать вот такой. Все, приехали, мы уже 80 едем, то бишь... 2 секунды, наверное, там, 2,5, и ты едешь 80. Если ты захотел, даже в самом любом режиме, там, комфортно максимально, да, здесь много настроек. Вот смотрите, двигатель Vincent, правильно, спорт режим, спорт плюс, шасси комфорт, спорт, спорт плюс, рулевое, спорт, режим X-Drive, да, полный привод. Его можно настроить тоже в режим спорт плюс, но при условии, что вы не один раз нажмете и выключите курсовую устойчивость, а вообще полностью ее отключите. Чтобы отключить полностью, это раз нажимать, потом второй раз нажимать, держите, тогда у вас будет возможность. Короче, вот эту машину можно превратить в самый настоящий спортивный болид. А чтобы управлять спортивным болидом, нужно что? Нужно колоссальный иметь опыт. Самое главное, что по сути эту машину можно эксплуатировать в городе. Но вот как ездить на тачке, которой 625 сил, а некоторые делают еще больше, я на самом деле не совсем представляю и не понимаю, зачем такие конфигурации для города. А выкатывать ее там якобы на трек, где ты сможешь полностью насладиться, ну да, круто, круто. Нажимаешь резко педаль в пол, машина пух, улетает. Вот именно так это все и происходит. По-другому это дело не описать. Друзья, на этой тачке вот такие моменты, когда ты первый на светофоре, это просто сказка, блин. Ох ты, даже аж телефон из рук вылетает. Не, ну она лупит, это словами не передать, как машина едет. Когда ты едешь на тачке, все те, кто разбираются в машинах, они, возможно, посмотрят на шильдик X6M, скажут, а, очередной понторез. Но когда смотрят на колеса, смотрят на тормозные диски, смотрят на выхлопную систему, заглядывают к тебе в салон, соответственно, видят сиденье, понимаешь, что это настоящая версия спортивной X6M. На сегодняшний день я сразу начал понимать людей, которые по городу любят пролететь, да, когда машина орет. Когда сам идешь по тротуару, думаешь, идиот. Ну, идиот. Зачем он это делает? За голову хватаешься, потому что это громко, это некомфортно. Но когда ты находишься за рулем такого автомобиля, я вот говорю, это просто надо прочувствовать самому. Ты нажимаешь, у тебя машина летит. А вот здесь хочется задать риторический вопрос. А куда летим-то? В городе. Вы все знаете нашумевшие случаи ДТП, когда молодежь на спортивных машинах попадают в жесткие аварии, и из-за них страдают другие люди.
Вот к таким автомобилям с подобной мощностью, с подобным потенциалом по настройкам нужно какой-то специальный учет, чтобы за ними следили вдвоекратно. Потому что из этой машины, вот вы вдумайтесь, досчитайте до 4, и ты уже будешь ехать свыше 100 км в час. Это в городе небезопасно. Именно поэтому я вас всех призываю соблюдать правила дорожного движения и сам их соблюдаю. В этом ролике вы не увидите абсолютно ни одного разгона в городе свыше 100 км, где вот можно было 80-90 ехать, там я и передвигался. На трассе, да, я разгонялся чуть быстрее, 160, но, друзья, все это было в пределах разумного. 290, как она может ехать, я ее из нее, естественно, не выжимал. И вот отсюда сразу возникает вопрос, а зачем тогда она нужна, если машина может, а здравый смысл говорит, что нельзя. Исключительно только на спортивных закрытых треках, участках, ну и своеобразных дорогах, где это разрешено. Батя вообще в шоке. Вот тебе понравилась машина? Очень. Достаточно. Который там Е. Вот. Машина действительно хорошая. Вот это какая-то специальная кожа там супер хорошая. Здесь музыка. Обычно я слышал, что ну Harman Kardon. Здесь Bowers & Wilkins. Вы даже вдумайтесь. Вот звучит. Если, например, на Nissan у нас была топовая музыка. Босс. Базе. Босс. А тут Bowers & Wilkins. Бинго боя. Я офигел. Далее. Здесь все из карбона. Мне первым делом я сел такой, говорю, а что значок-то, ну, сам себе криво наклеен. А здесь, видите, все повернуто под себя. Вот, казалось бы, у меня тоже, да, пятерка BMW. Но, естественно, у меня F10 и X6M вообще ничего общего нету. Я когда сел, я здесь ощущал обезьяны. Я вообще не понимал, куда что нажимать. Сиденье спортивное. Кто-то писал в Инстаграме. Ого, за такие деньги спортивное сиденье. Мол, у BMW есть комфортное сиденье, ребята. Я не знаю, насколько нужно быть избалованным, но вот я прокатился, отец у меня прокатился, мы вот вместе поездили на машине. Никто не пожаловался на то, что сиденья какие-то там не такие. Но опять же, у богатых свои причуды. Фишек по машине полно. Огромный потенциал скрывается в этом меню. Вот здесь только один M-мод, Sit-Up. Ну и дополнительно, да, вы видите, по кнопочкам сами можете все читать. По внешнему виду это вообще отдельная история. Вот, допустим, синие вставки говорят нам о том, что это лазерная оптика. На самом деле многие спорят и говорят, что в повседневной жизни, вот если вы передвигаетесь по городу, там Москва, Московская область, либо другой, любой другой крупный город, лазерная оптика как таковая вам не понадобится. Она для того, чтобы вы, когда едете по каким-то прям темным участкам дороги, длинным, когда вот вообще ничего света нету, тогда да, она там себя проявит. В городе нафиг не нужна. Но я знаю, что многие люди, покупая BMW, хотят именно лазерную оптику, потому что она очень круто смотрится вот так вот вживую. Особенно, когда глушишь автомобиль вечером, вид имеет, то есть какого-то, знаете, такого свою изюминку она придает. Естественно, машина нафарширована круговыми обзорами, дополнительные датчики, она считывает камеры, фигамеры. Здесь, в общем, я не знаю, мне легче сказать то, чего здесь нету. Колеса 21-е, тормозные диски, суппорта здоровые. Так я еще знаю людей, которые покупают версию, M-версию, и очень сильно хотят, чтобы в круг стояла карбонокерамика. Карбонокерамика, вот я помню, что год назад она стоила, как опция от BMW, там около 1 000 000 рублей. Если ставить ее от дилера, там 1 200 000 1 500 000 вам могут продать. Вы вдумайтесь, 4 диска и суппорта, вот примерно такие цены. Это просто космос самый натуральный. Капот, судя по всему, алюминиевый, потому что он действительно очень легкий. Ребята, это про сказку. Но опять же, смотрите, вот сказка не сказка, машина дорогая, но хочешь задать вопрос, нафига вот они сделали вот так, например, что камера кругового обзора вот торчит. Вот круговой обзор, весь его, как говорится, изюм заключается в том, что когда ты приезжаешь и плохая погода, включаешь передачу там сзади, например, и ты все видишь вокруг. Она что здесь торчит, что сзади сильно торчит. И пачкаются они в моменте. К самому качеству картинки вопросов нету, но напомню, мы тестировали Honda, у них есть фишка, они ставят одну камеру в правое зеркало. И вот она так идеально расположена, что весь автомобиль будет грязный, а камера чистейшая. Здесь же ты чуть проедешь по плохой погоде, все. Все камеры замылены. Соответственно, прежде чем куда-то запарковаться, нужно выбежать, салфеточкой все протереть и только потом садиться парковаться. Не понимаю, почему компания BMW на такие дорогие версии не ставит спрятанные камеры, которые будут выезжать по команде. Второй момент, опять же, в грязную погоду. Представьте, ты топ-менеджер, у тебя брюки там, бриони, все дела, за бешеные деньги. Как в машину сесть? Вот, допустим, ты садишься на улице. Теоретически я могу залезть, конечно, сейчас сюда, да, но я тогда занесу весь снег. А если я хочу сесть вот так, да,
чтобы отряхнуться. Вот покажи, где я сижу. Я сижу прямо на боковой поддержке, и это дико неудобно, когда ты залазишь. Подчеркиваю, это если мы делаем посадку серии так, чтобы как можно меньше грязи занести в машину. Если нам пофигу, тогда тут барсиком запрыгнешь. Но все равно, вот это все круто, но можно испачкаться. И вот еще тоже хороший момент, что здесь куча настроек, и, соответственно, когда ты глушишь, у тебя руль поднимается наверх, а сиденье отъезжает назад. И когда ты выходишь, ну вот я уже, собственно, даже случайным образом, ну, испачкался. Друзья, я где-то 1,80 м. Если вы ниже, то вам будет еще сложнее. Отмечать как минус, что сзади мало места, и те, кто передвигаются с детьми и возят их на детских креслах, вам будет неудобно, это равносильно тому, что сказать, что 2 плюс 2 равно 4. Друзья, это само собой разумеется в силу кузова. Кузов красивый, комфортно здесь передвигаться спереди двоим, сзади на короткие расстояния. Я возил ребенка, но кресло ставил на переднее пассажирское сиденье, а сзади супруга сидела и жаловалась, что ноги некуда деть. А тем временем мы переносимся в третий день тест-драйва моего автомобиля. О, друзья, моего автомобиля. Вот на третий день уже начинают проявляться какие-то минусы. Вот смотрите, мы заехали сейчас во дворы. Выхлоп спортивный, это прикольно, особенно в первые два дня, это прям вау. Когда ты едешь по городу, любой тоннель, ты прям хочешь газку дать, но это, я вам говорил, это прям бодрит по-настоящему. Но вот сейчас мы заехали во двор, я закрыл заслонки, выключил, но все равно она бубнит, и даже я, выключив музыку, сижу поутру, да блин, по голове бьет, реально. Вот если мы здесь все смотрим, все идеально, да, вот это дверная карта, вопросов никаких нету. Но вот водительская дверная карта, обратите внимание, вот идет, и вот здесь уже, да, машина-то новая, пробег-то там 4500, а уже какие-то замятия, как будто бы зажигалочкой подпалили. Нормально это или нет? А что будет дальше? А что, если там через год посмотреть на эти швы? В глаза бросается, вроде бы не очень красиво. Я не знаю, косяк это или нет, для меня это вообще тфу, потому что это не мое. Но с другой стороны, он есть. Отдельно хочу озвучить следующее мнение. Вот сегодня сделал публикацию в инстаграм-канала. Читаю, некоторые пишут: понты. Надо быть тем, кем ты есть, а не казаться. Все это понты. Если не заработал себе на такую тачку, вот и не надо. Зачем эти аренды? Кто это все придумал? Друзья, объясню. Нечто подобное, это, знаете, как сходить в ресторан. Вот каждый день ты можешь позволить себе ходить в столовую за 200-300 рублей, а раз в месяц, раз в год ты можешь пойти в какой-то интересный ресторан и поесть там, не знаю, за 15, за 20 тысяч, за 100 тысяч, кто как. Вот здесь вот мы с вами автолюбители, да, мы любим машины. Вот на такую машину далеко не каждый из нас когда-то в жизни скопит, заработает. Но вот взять ее, имея возможность взять ее на прокат, прокатиться, почувствовать, что это за машина, вот я вам серьезно говорю, у меня сегодня совсем другие эмоции. Я покатался на тачке, я получил удовольствие. Послезавтра я буду кататься на метро. Если поставить вопрос, купил бы я себе такую машину? Вот с вероятностью 80% мой ответ нет. Почему? Да потому что, откровенно говоря, я до такого уровня еще не дорос. Иметь такой автомобиль и проживать в том доме, где я живу, да я бы трёсся за нее каждую ночь, что кто-то ее поцарапает, заденет. Хочется иметь сразу отдельное парковочное, подземное парковочное место, жить в другом доме. Вот сейчас, да, вы знаете, что я живу вот в Москве, в районе Царицына. В этом дворе это самая дорогая машина. Вот на сегодняшний день. Понятное дело, что она чужая, но вот самый кайф это вот в этом утром. Конечно, сейчас, наверное, соседи все с дома просто охереют, блин. Хочется иметь более комфортный автомобиль, то бишь эта машина как вторая. Почему? Один из частых вопросов про нее – это жесткость подвески. Многие владельцы отмечают, что она очень жесткая, а меня это удивляет. Ребята, вы покупаете спортивную машину, это версия М. Какую вы хотите от нее подвеску? Здесь нету полноценной пневмы. Здесь можно сделать тачку только еще жестче, мягче, но никак. И это по-своему круто, потому что машина шикарно держит дорогу. Но вот на повседневную езду с этим выхлопом это немножко не то. Знаете, вот лето – хороший день прокатиться в удовольствие. А, например, куда-то на дальнее расстояние или целый день за рулем хочется машину покомфортней. И вот в этом ключе можно продолжать. Мне, имея даже возможность купить такой автомобиль, отлично подошла бы версия попроще. Это действительно нужно быть состоятельным, богатым человеком в том плане, чтобы у тебя не просто машина была дорогая, чтобы у тебя все было дорогое. Одежда,
там, вещи, которыми ты пользуешься, тогда ты будешь вот эти вставочки ценить. По мне, этот карбон, ну, первый раз в жизни, может быть, я потрогал там карбон вживую в салоне автомобиля, да, вот так вот поездил с ним. Ну, ничего особенного. А с другой стороны, есть люди, которые скажут, а я хочу, чтобы был карбон. И мне это принципиально важно. А понял для себя следующее, что мне, как гражданскому человеку, 3 литра дизель – это с головой, но комплектацию хотелось бы побогаче, чем изначально в 3 литра дизель они идут. Вот M-Sport Pro, там у них есть, да, версия, это шикарно. Но опять же, вдумайтесь, обычная версия M-Sport Pro, там, ну, 8,5-9 миллионов будет стоить, X6. Это вообще, это космос. Эта машина именно что имиджевая. Она не универсальная, как тот же самый хотя бы X5, куда можно с комфортом сесть всей семьей. Вот мы выезжали на поля немножко из серии «Полный привод». Был легкий такой снежок насыпан. Страшно. Просто-напросто страшно, понимая того, что обвесы, клиренс здесь изначально должен быть 211 мм. В дальнейшем владельцы этой машины хотят ее занизить. Он гребет, машина идет уверенно. Мощи здесь достаточно. Но вот мысль о том, что сейчас, не дай бог, что-то оторвешь, и это будет стоить больших денег, тебя, как не владельца, это приводит в чувство, и ты спокойно выезжаешь обратно на асфальт. Да и те же владельцы в здравом уме вряд ли полезут по каким-то там буеракам кататься, тестировать на этом автомобиле полный привод в полях. Он нужен исключительно для того, чтобы вы уверенно срывались с места и лупили на треке. Если залезть в меню, там, естественно, есть различные режимы, какие-то фишки типа релакс можно создать. Появляется какая-то своя атмосфера по подсветке, музыка. Даже в зимнее время у вас может с определенной скоростью обдува работать вентиляция сиденья. В общем, для того, чтобы, знаешь, такая типа а-ля перезагрузка для тебя произошла. Вот здесь стоит блок, если не ошибаюсь, да, где-то вот в этой части, который считывает жесты. Вы помните, да, там можно вот пальчиком так покрутить, и громкость прибавляется, то же самое убавляется. То есть есть различные режимы управления жестами. С одной стороны, казалось бы, хрень. С другой стороны, вот... прибавлять и убавлять громкость я всегда пользовался, я прям раз попробовал и пошло. Когда ты едешь через какой-нибудь тоннель, темно там ночью, понятно, что можно на руле, можно взять крутилку, да, прибавить, убавить, а можно просто пальцем сделать, и она прям моментально считывает. Но когда я первый день ездил, меня переполняли эмоции, я здесь сам с собой разговаривал, что-то тут рассказывал, короче, общался с машиной и периодически жестикулировал, и, соответственно, постоянно она эти тоже жесты считывала. То она мне выключала музыку, то она мне ее включала, то она делала какие-то следующие движения. В общем, различными жестами я тут управлял ей. Писали мне, мол, потестируй активный круиз-контроль. Честно скажу, нафиг мне это не надо. Иметь автомобиль на 3 дня и еще отдавать его в управление какому-то роботу. Я сам хотел машину управлять. Короче, про все фишки и напичканность автомобиля я вам рассказывать не буду, чтобы не тратить ваше время. Кому надо, тот все про это прекрасно знает. Вот многие говорят, да кому она нужна, кто на нее смотрит. Ребята, на эту тачку смотрели все. Особенно, когда я приехал в Каширу, оборачиваются, смотрят. По дворам, когда едешь, молодежь, вот школьники, студенты обращают внимание, все прям взглядом ее всегда провожают, и самое главное, взгляд он у них искренний, они такие смотрят и думают, блин, вырвусь в жизни, куплю себе такую же. Была прикольная ситуация, когда я приехал на парковку, оставлять автомобиль на ночь на закрытую парковку, подошел к охраннику с коробочкой, чтобы спросить, ничего, что я перед вами ее поставлю, что вы за ней посмотрели. Изначально он меня принял за курьера, как он сказал, даже разговаривать со мной не хотел, я ему 3 раза стучал. Когда он открыл мне и сказал, чего тебе, я говорю, да я вот машину запарковал, и он увидел эту тачку, он изменился, ребята, он передо мной извинился, он понимал, что речь идет о чаевых, я ему оставил, и он за автомобилем всю ночь следил. Короче, кашу по тарелке я размазывать не буду, мне машина в целом понравилась, жду ваши отзывы в комментарии. Ну дай бог, чтобы каждый из нас имел возможность когда-то приобретать себе такие же автомобили, кататься на них, кайфовать. Сидеть и ломать себе вечером голову, что какие колеса поставить, вот 22-е, вот этот дизайн или вот этот дизайн. Такие проблемы у людей есть. Звонят иногда, блин, вот не знаю, присылают 3 ссылки, вот что ты выберешь, а там колеса в сборе там 500, 600 тысяч. Я думаю, ну как бы, говорю, не знаю, что сказать, не смогу проконсультировать по данному вопросу. Друзья, я надеюсь, этот ролик был легким для вас, не напряженным, где-то в чем-то полезным. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что дальше будет больше интересных роликов на разные темы. До новых встреч, всем пока-пока!